Город над Бугом хранит память об афганской войне, болью отозвавшейся в сердцах его жителей. Порядка 5000 брещан, верных присяге, выполнили свой интернациональный долг. 105 не вернулись домой. Пропали без вести 2 человека. И вот уже 26 лет к памятнику воинам-интернационалистам 15 февраля приходят ветераны, семьи погибших, представители общественных объединений, областной и городской администрации. Как здорово, что каждый год количество людей в этом месте не уменьшается. Это говорит о том, что жива память, живы традиции. И те ребята, которые отдали жизнь и здоровье на той, для многих еще непонятной войне, наверное, сделали это не зря. Меняется жизнь, меняется в целом ситуация в мире. Меняется в целом жизнь, но самое главное, не меняются принципы. Принципы патриотизма, принципы нравственности, носителями которых являются воины-афганцы. Мы с вами граждане счастливой страны, потому что в отличие от наших соседей, у нас не появляется такая категория, как участники боевых действий. Дай Бог, что мы были последними ветеранами Республики Беларусь. Я очень надеюсь, что 15 февраля в памяти славян останется не только как День памяти воинов-афганцев, а день, когда реально начнется мир в братской стране. Ведь это здорово, что именно на белорусской земле заключены очень важные договоренности, которые позволяют нам надеяться, что 15 февраля наконец-то начнется мир в нашей братской стране. Вспоминать больно, но эта память и есть тот самородок, который одно поколение передает другому. Память, рожденная из реальных событий своего времени, и одной из таковых – война в Афганистане. Ворвавшаяся в мирную жизнь советских людей внезапно и стремительно, она стала испытанием стойкости и моральной выдержки для сотен тысяч солдат. И если для них каждая боевая награда – это кусочек жизни, зачастую прожитой с риском, то такие дни памяти и скорби – это знак признания людьми, заслуг военнослужащих, с честью выполнивших свой долг на чужой земле. Сегодня многие говорят о ненужности той афганской войны, но это ошибки не военных, а политиков. А солдаты и офицеры выполняли свой долг, защищая интересы своей страны. Историю не нужно перекраивать, из нее нужно извлекать уроки. Воины-афганцы выжили на войне и после нее. И не только выстояли, но и нашли себя в гражданской жизни. Война в Афганистане уже стала истории. Выросло целое поколение белорусов, знакомое с ней только по учебникам и рассказам участников. Но ветераны помнят обо всем, как будто это было вчера. Все помнится. От первого дня до последнего дня. Тяжело вспоминать тех людей, которых с ними был, а вернулся многие без них. Из 13 офицеров, которые пришли туда, 6 офицеров ранены, 2 офицера погибло. Вот считайте из 13. Это какой процент? Много погибших. 15 практически тысяч человек мы потеряли за 10 лет в Афганистане. Это много или мало? Если для семьи это много, для каждой семьи это боль, не потерь. День памяти для нас это день, в котором мы можем подать честь и благодаря которому мы можем узнать что-то новое, которое мы только, ну, действительно проходим только в учебниках, где-то, может, кто-то нам расскажет. А так, если мы попадем какое-то на это событие, даже вот просто большая честь стоять здесь. Все дальше удаляясь по времени, война в Афганистане предстает в новом свете и открывает неизвестные страницы. Неизменным остается одно – воинский долг, честь и верность присяге. Поколение 70-х – это они стали солдатами афганской войны. Это о них слова командующего войсками Бориса Громова. Этим солдатам нужно ставить памятники. Об их подвигах нужно сочинять стихи, писать книги и помнить. Самое главное, чтобы мы каждый год, 15 февраля, встречались здесь. Встречались вспомнить тех ребят, которые отдали жизнь там, за речкой. И тех ребят, которые за эти 26 лет тоже ушли от нас. Ушли в том возрасте, в котором еще, конечно, можно было бы жить. Ушли, потому что там, в Афганистане, они потеряли свое здоровье. Ушли, потому что там они получили очень серьезные нравственные
раны. Это наша общая задача, и я уверен, что мы ее выполним. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».